Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 5 сентября 2020 года. День у нас сегодня стоит шикарный, солнечный денек. И мы с мужем решили начать убирать морковь. Смотрю на свою ботву и убеждаюсь, что настало время ее убирать. Сажала я ее 15 апреля, то есть прошло уже более 4 месяцев. И передерживать морковь в земле нет смысла, потому что она уже начнет по новой укореняться и пускать такие корни-волоски. Это же сразу ухудшит качество моркови и возможность хорошего ее хранения. Друзья, оценивая урожай этого года, хочу сказать, что морковь у нас вполне хорошая выросла. Есть, конечно, всякое. Есть и крупная, есть и мелкая. Но в основном урожаем этого года я очень довольна. Вот так Сергей Николаевич выкапывает, кладет все это рядочками. И после того, как всю морковь мы выкопаем, мне нужно будет освободить морковь от ботвы. Если это не сделать, то ботва начнет вытаскивать влагу из моркови. И это, как говорится, не очень хорошо. Это скажется на сочности моркови, на ее вкусовых качествах. Убрав морковь, мы грядку перекопаем, внесем небольшое количество перегноя и посадим сидираты. И на следующий год здесь мы будем сажать уже, наверное, лук или чеснок. Друзья, вот такой урожай моркови у нас в этом году получился. Сразу же мы ее моем после того, как выкопали, и обязательно сортируем. Отбрасываем мелкие корнеплоды, поврежденные, а хорошую, такую красивую морковь мы отправляем на хранение. Друзья, вот такой метод сохранения моркови я считаю самым приемлемым и надежным. То есть берем комбайн, пропускаем морковь через комбайн, укладываем вот в пакеты, такие порционные, кому как нравится, можно больше, можно меньше, и в морозилку на хранение. Самый удобный, лучший способ и безотходного, просто не придумать. Замораживаем. Сюда уходит вся морковочка, которая мелкая, не кондиция. Ну, а хорошую морковь мы оставляем в пакетах на хранение. Тоже обрезаем с двух сторон, с одного и с другой стороны. Просушиваем морковь, мытую, конечно. Укладываем ее тоже в пакеты, порционные примерно по килограмму. И храним в погребе. И еще мы в том году делали, просто засыпали опилками. Проверенный способ, тоже хранится очень хорошо морковь. В песке пробовали хранить, нам совсем не понравился этот способ хранения. Так что вот, замораживаем. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Лучше не придумать. Всем, кому понравилось видео, ставьте палец вверх, комментируйте, задавайте вопросы. И всего вам самого доброго. До новых встреч!